Итак, стадион Петровский. Считанные минуты до начала золотого матча. Навалов, цимбала и мяч в сетке ворот. Первый гол в этом решающем матче. За 10 минут до конца матча «Спартак» забивает второй мяч. Неожиданный удар с острого угла наносит Андрей Тихонов. Мяч проскакивает под вратарем, попадает в штангу и оказывается в сетке. Счет не меняется. 2-1. «Спартак» омоложенный, обновленный, но не меняющий свое лицо, одерживает труднейшую победу и становится чемпионом России. Поздравляя команду с великолепным достижением, хочется поздравить ее верных поклонников. Около 10 тысяч болельщиков «Спартака», приехавших в Санкт-Петербург, в холод, в дождь, при сильном ветре, поддерживая своих любимцев все 90 минут. Впрочем, как и весь труднейший для клуба сезон. Думаю, что воля, упорство и, в общем-то, талант молодых спартаковских игроков привело к этой победе. Сегодня все старались, молодцы. Сегодня самый важный, наверное, в моей, не ребят, не молодых, а в моей жизни тоже. Все-таки с таким составом, с молодым, никто не ожидал. И мы выиграли.